далеко все не так просто для санкт-петербургского клуба. Обратный эффект срабатывает, момент, и Островский тащит удар в упор Панкратова. Сначала сам же небольшую ошибку совершил после хлесткого выстрела Бакини, но там и обзор был закрыт. А вот второй сейв просто чудесный. На заметку всем. Передача Островского направо. Жариков до мяча не добрался. Кирилл Романов тут же вместо Владислава выходит на песок.